И вот сегодня у нас проходит уже вторая игра ArtQuiz в 2019 году. Важно отметить, что сегодня собралось много новых команд. Посмотрим, как они себя проявят. Очень интересная тема. Не буду раскрывать всех тайн. Собирайте свои команды. Мы вас будем ждать у нас здесь в ArtYale. Будет очень интересно. Будет много новой информации. Мы вас ждем. Команда называется «Магия мысли». Об игре мы узнали от нашего руководителя Руслана Юрьевича. Надеемся победить. Все? В моем участии, если я не путаю, где-то четвертый раз, четвертый. Да? Четвертая игра у нас. Вот, как... У нас уже была одна победа, но пока она только одна. Мы надеемся еще на одну. По поводу подготовки к игре, честно, в этот раз никак не готовились и даже не в курсе, какая будет сегодня тема квиза. Надеемся, что удача от нас не отвернется. И сегодня мы также... Да, мы бодры, веселые, настроены позитивно. Команда называется «Теория нервного срыва». Играем мы уже достаточно давно. Про игру узнали в группе, потому что несколько раз были на выставках здесь. Я подписана ВКонтакте на группу ArtYale, поэтому вот увидела, прочитала, предложила ребятам попробовать новый формат, поиграть. Просто формат немножко отличается от тех квизов, на которые мы ходили, поэтому интересно посмотреть, что получится, как будет выглядеть игра. Это было интересно. Довольно необычные конкурсы. Здорово, что такое разнообразие тем от искусства там до... Брокколи. Да, до названий блюд. Это было очень интересно. Организаторам, мне кажется, делайте еще, продолжайте.